А это правда, что вы по просьбе Верховенского перевозили Лебяткиных из дома Филиппова в Заречье? Правда-с. Я выполнял его указания. И все-таки зачем понадобилось Петру Степановичу отсылать их из центра города в такую глушь? Я не знаю. Я исполнял его указания. Я был простой солдат и рядовой, так сказать. Слепое орудие. Ставрогин знал об этом? Не знаю. Они же мне не говорили. Августа 6-го дня в обгоревшем доме, 3-м справа по улице Малой в Заречье, обнаружены два трупа. Мужчины лет 40 и женщины. Комнаты были залиты кровью. Мужчине было перерезано горло, на трупе женщины обнаружены множественные ножевые ранения. Соседи опознали в них брата и сестру Лебяткиных. Говорят, что их убил Федька Каторжный за денег. И вы в это верите? Я, сударь, уже давно никому и ничему не верю. Обиделся, бросился на командира, плечо укусил. Люди, да что ж вы стоите? Да сделайте же что-нибудь, Господи! Липутин, что это с ним? Да малешоты с Фоктом начитался, вот и уверен. Ну, пусть твой Бог накажет меня! Пусть! А куда тебя больше-то наказывать? Спекся, капитан. Народ, разойдись, расступись. Расступились. Спокойно, капитан. Свобода! Равенство! Нет никаких капиталов! Нет поручиков! Нет маршалов! Архиереев! Упразднены! Да! Порадуем святошу.